Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, хулиганы, кто хочет поработать? Я! Подождите. На сегодня наряды. Песчаный карьер, 2 человека. Я! Да подождите вы! Огласите весь список, пожалуйста. Значит так. Цементный завод. Я! Погрузка угля. Я! Уборка конюшен. Я! Кроме того... Я! Да подождите вы, гражданин! Интеллигенты вымрут. Сосед у меня, член-корреспондент, пристроил его в ресторан швейцаром. Что делает этот член? Он же корреспондент. Не пускает в зал проституток. Ну чего, стрельба началась, он чуть пулю не схлопотал. Лучше, говорит, я буду мусор убирать. Хорошо. День работаешь, неделю отдыхаешь. 10 тысяч долларов в месяц. Но, конечно, убирать не только мусоров. А кого скажут? Нет, не могу. Нет ли работы с детьми? Я детей очень люблю. Есть. Будешь школьникам толкать наркотики. Нет, не могу. Нет ли еще чего? А то есть хочется. Может, что-то с иностранцами. Я языки знаю. В валютах разбираюсь. Хорошо. Будешь работать в интуристе, валютным путаном. Нет, не могу. Видишь, ничего не могут, а жить хотят. Вымрут они, конечно.